Приступаем к просмотру. Это иностранный трейлер с официального канала Warner Bros. Pictures. 11 лет назад, 2 марта 2012 года. 300 тысяч просмотров. Это крайне мало. Это просто пипец как мало на самом деле. Учитывая, что это официальный канал, официальный трейлер, блин, это нереально маленькие просмотры. Но давайте заценим. Погнали. Зев, Ловинг, что-то там. Mom, Dad, it's me, Thomas. Where do I start? This is supposed to be a small get-together. I wanted to be cool for one night. You know, I wanted girls to notice me. Then things got a little out of control. Tonight's about the girls we never had a shot at. Tonight's about changing the game. Is this big enough to be cool? Game changer. Project X. Hello? Thomas? Dad, hey. Well, we just wanted to call one last time. Make sure you were set for the night. Yep, all good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shines ain't always gonna be gold. Hey, I'm a good. Ставим лайк обязательно. Это меня, конечно, поражает. 2011 год, ноябрь. Официальный канал Warner Bros. Pictures. 10 миллионов подписчиков. Официальный трейлер 2011 года. Получается, тизер, да, трейлер, ну или как это еще назвать. Короче, к фильму, который должен выйти в 2012 году, в марте, 2 числа, Проект X, трейлер номер один. И, блин, 300 тысяч просмотров, почему так мало? Блин, но давайте посмотрим Russian-версию, заценим. Что у нас здесь? Тоже Warner Bros. Pictures, канал только Russia, да? VB это Warner Bros. По-любому. Только Russian, получается. Проект X дорвались. Project X в скобочках. Трейлер, дубляж. То есть дублированный трейлер. Окей. Давайте сразу комменты почитаем, что пишут. Всегда мечтал попасть на такую тусу, видимо. Обожаю этот фильм, раз 10 смотрел. Самый любимый фильм, кто-то пишет. Вспомнил былые времена. О, спасибо огромное, сколько я искал эту песню. Фильм просто на все времена. Раз 500, наверное, посмотрел. И каждый раз смотрю с удовольствием. А вот и название песни. Кит Кани. Happiness лучше слушать с ремиксом Стив. Что-то там, как в фильме играет. Ладно, ребят, Russian трейлер. Вперед. Проект X дорвались. Мам, пап. Это я, Томас. С чего бы начать? С чего бы начать? Предполагалась маленькая вечеринка, понимаете? Я хотел стать крутым на одну ночь, чтобы девчонки меня заметили. А потом все немного вышло из-под контроля. Сегодня ночь девчонок, с которыми у нас и шансов-то не было. Сегодня мы изменим правила игры. Ну что, крутая вечеринка? Правила менять. Проект X. Ночь без родителей. Алло? Томас. Привет, пап. Просто позвонил узнать, как дела, и пожелать спокойной ночи. Ага, все отлично. Ага, ночка и вправду спокойная. Вы приглашены. 2012 год. Warner Brothers. Блин, а чё это такое? Я вообще офигел вот с этого момента.
Так, где там этот момент? Подождите, подождите. Во-первых, да, изначально фильм у нас в России вообще хотели назвать так. Проект X – «Ночь без родителей». Но это, видимо, слишком длинное название, решили сократить и назвали Проект X «Дорвались». Вот здесь вообще, по идее, так-то они говорят в фильме немножко другое. Типа, и эта скромная вечеринка вся меняется. И эта скромная вечеринка, да? Вся меняется. И да, Косту озвучивает, получается, в фильме Прохор Чеховский, да? Актер дубляжа. А здесь вот это что вообще за голос? Ну что, крутая вечеринка? Правила меняйте. Секундочку, подождите, это, по-моему, голос JB, да? То есть Диомид Виноградов, по-моему, это озвучил. Но он озвучивает JB, а не Косту. Правила меняйте. Кто это озвучил? Правила меняйте. Я вообще не понимаю. Я не знаю, кто это озвучил. Как будто это голос, хрен его знает, но это точно не Прохор Чеховский. В фильме Косту в итоге озвучил Прохор Чеховский. И сделал это на высоте просто. Дубляж сделал свое дело. Я угорал реально каждую секунду этого фильма. Хотя, кстати, немножко чекал оригинал. В оригинале все гораздо печальнее. Так что, ребята, молодцы. Ребята, это кто? Кто они, эти великолепные актеры дубляжа? Кто же эти люди? Это Александр Гаврилин озвучивал Томаса, Прохор Чеховский озвучивал Косту и Диомид Виноградов озвучивал JB. Ну что ж, трейлер весьма неплохой, да. Ставим лайк, даже какой неплохой, весьма хороший, я бы даже так сказал. Ну и давайте посмотрим какой-то второй трейлер. Let's go. 11 лет назад, получается, русский язык. 2 апреля, трейлер номер 2, русский язык, 1080p. Ставим лайк заранее, когда фильм вышел, вот вышел этот трейлер. Ну, видимо, второй и последний, судя по всему. Это второй и последний трейлер. Ну, короче, погнали уже заценим. В 2011 году компания Warner Bros. Приглашала зрителей на несколько пробных показов фильма «Проект X». Вот. Вау. Петр Гланс? Окей. Так, отзывы. Секунду. Пробных показов фильма «Проект X». Вот их отзывы. Лучшее кино про вечеринки всех времен и народов. Томас! Томас! Вот это реально мощняк. Крутейший пошлый ржач. А ну, штрафную имениннику. Эй, ты что там делаешь? Отвечай на смс-ку. Хочу тебя в жопу, мамочка. Да кто так выражается? Я, и ведь работает. Адски смешно. В духовке карлик. Ты прикинь, у нас яйца на уровне его глаз. Страшный сон предков. Не вздумай, чувак, ты слишком жирный. Заткнись. Супер перцы на спидах. Я Томас Коп, у меня сегодня днюха. Ты тоже приходи. Понятно. Томас Коп. Ладикин Стрит. Вы устраиваете вечеринку? Ну, черт, я приду, забились. Отождем. Увидимся на месте. Че? Че не так, бабуль? Продюсер Тодд Филлипс. Режиссер фильмов «Старая гвардия» и «Мальчишник в Вегасе». Зацените тусовку. Тут больше сотни человек. Конечно, все с друзьями приперлись. Которая превратила лузеров. Народ, не сидите на батиной машине. Он из-за нее реально психует. Живых легенд. У нас еще один звонок. Наверняка соседи преувеличивают. Закругляйтесь. Да вы чё, мы культурно отдыхаем. Закругляйтесь или я копов натравлю. Я, блядь, сам на тебя копов натравлю. Хуй там, гений, вы сами все сняли. Мы сняли, как ты малолетки в табло зарядил. Проект X. Чё ищешь? Гондоны, кажется, мне кое-что обломится. Диабет тебе обломится, жиробас. Забавно, реально забавно и нестандартно. Целый день на уборку, а запись вдруг предки увидят. Да никто, кроме нас, её не... У нас будет целый день на уборку, а запись вдруг предки увидят. Да никто, кроме нас, ее никогда не увидит. Все слышали о вечеринке в Пасадене? Все видели пленку? Ребят, вы видели эту пленку? Я ее 1000 раз пересматривал. Блин, ну так-то реально забавно. Вот самый пересматриваемый момент, судя по всему. Давайте вот мы тоже пересмотрим. О, вот момент с бабулей, это нечто. Это нечто, да-да-да. Вот тут вообще зашибенно он озвучил. Бабуль, что не так? Вы устраиваете вечеринку? Ну, черт, я приду, забились, отождем. Увидимся на месте. Че? Че не так, бабуль? Че не так, бабуль?
Продюсер Тодд Филлипс. Режиссер фильмов «Старая гвардия» и «Мальчишник в Вегасе». Зацените тусовку. Зацените тусовку. Обязательно заценим. О, вот момент с соседом тоже просто великолепен. Закругляйтесь. Закругляйтесь, без лишних слов. Да. Живых легенд. У нас еще один звонок. Наверняка соседи преувеличивают. Наверняка соседи преувеличивают, это точно. А вот и Роб. Закругляйтесь. Да вы че, мы культурно отдыхаем. Закругляйтесь, Лек. Закругляйтесь, ребята. Так, что тут еще из угара? Ну, слушайте, как бы это вроде бы и плохо, что вроде трейлер какой-то вроде официальный даже, я не знаю, но его дублировал один человек. Всего лишь один человек, Петр Гланс. Я даже не знаю, это его инициатива, но, скорее всего, нет. Скорее всего, это не его инициатива, скорее всего, ему заплатили. Это какой-то официальный трейлер. Блин, но если он официальный, почему тут только Петр Гланс звучит? Почему тут только один человек вообще озвучивает весь трейлер? Но, кстати, озвучил он очень даже хорошо. На удивление... На удивление, да? Ну, то есть, что значит на удивление? Ну, как бы я думал, что... На удивление в том плане, что меня это впечатлило. Я сначала думал, что не зайдет, если честно. Типа, блин, почему тут Петр Гланс? Да еще и он, судя по всему, тут один за всех говорит. Но нет, зашло на самом деле. Очень даже зашло. Очень неплохо он так озвучил, знаете ли. Вот их отзывы. Лучшее кино про вечеринки всех времен и народов. Томас! Томас! Вот это реально мощняк. Крутейший пошлый ржач. А ну, штрафную имениннику. Эй, ты что там делаешь? Отвечай на смс-ку. Хочу тебя в жопу, мамочка. Да кто так выражается? Хочу тебя в жопу, мамочка. Коста! Подожди! Коста! Ты что делаешь? Пишу ответ. Не надо, не отправляй! Есть! Слишком поздно. Что ты написал? Я тоже тебя хочу, мамуля. Я тоже тебя хочу, мамуля. Кто так разговаривает? Нет! Это работает. Адски смешно. В духовке карлик. Ты прикинь, у нас яйца на уровне его глаз. Страшный сон предков. Не вздумай, чувак, ты слишком жирный. Заткнись. Страшный сон предков. Не вздумай, чувак, ты слишком жирный. Заткнись. Супер перцы на спидах. Я Томас Коп, у меня сегодня днюха. Вот, меня еще этот момент тоже поразил. Я Томас Коп. Я Томас Коп, у меня сегодня днюха. Ты тоже приходи, понятно. Я Томас Коп, ископатель онлайн. Приходи, понятно. На Дикин Стрит. Вы устраиваете вечеринку? Ну, черт, я приду, забились, отожжем. Стоп. Эта вечеринка была в каком-то там Пасадене. Какой нафиг Дикин Стрит? Ну ладно. Ладно. Слушай, ребят, это было весьма неплохо. Тут, кстати, в реки кидают вот это вот. I'm Dax, and 11 years ago I filmed the most perfect party of all time. Yeah. Okay. Ребят, спасибо за просмотр. А на этом все. Пока. Кодовое слово, наверное, будет... «Ночь без родителей», так и напишите. Это бывшее название фильма. Бета-название, так сказать, да. То есть изначально фильм, видимо, у нас в России хотели назвать именно так. Но передумали. И он называется «Проект X. Дорвались». Пока!